Вечером в Ижевске ограничат движение по улицам Пушкинской, Лихвинцева, Наговицына и Красногеройской. Связано это с проведением репетиции Парада Победы. Кроме того, троллейбусы маршрутов номер 1, 4 и 7 перенаправят на улицу Удмуртскую. Маршруты рогатых автобусов изменятся и в среду, 1 мая. Из-за праздничной демонстрации для транспорта будут недоступны улицы Советская, Пушкинская и другие. В связи с этим троллейбусы маршрутов номер 1, 4 и 7 также будут перенаправлены. Пьяного жителя Перми задержали на Воткинском шоссе в Ижевске. Очевидцы сообщили, что водитель Toyota Tundra грубо нарушает правила дорожного движения. Иномарка протаранила патрульный автомобиль сотрудников ГИБДД и сбила одного из стражей порядка. Потепление начнется в Удмуртии в среду, 1 мая. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов по Цельсию. 2 мая ожидается уже около плюс 16 градусов. Однако ближайшая ночь в республике будет холодной, до минус 8 градусов.